А, Артём, ну так, такой сразу вопрос, какая сейчас атмосфера в раздевалке творится? Какая атмосфера? Праздничная. Понятно, что люди до потолка не прыгают, все-таки это не чемпионство, но я считаю, что в таком длинном чемпионате и так как чемпионат складывался, для нас это большая победа. Все ребята молодцы, поэтому радость, все радуются. Сегодня же еще стечение обстоятельств вам помогло, как скажете? Ну, конечно, ну, помогает, наверное, сильнейшему всегда. Значит, нам повезло, конечно, не без удачи, но мы тоже служили, сделали свое дело, выиграли и где-то нам. Установка какая была на матч? Как играть с Локомотивом? Да как играть? Играть, забивать, выигрывать. Особой установки не было. Все и так все понимали. На кону стояло второе место Лиги чемпионов. Все хотели и туда попасть, поэтому установка была обычная – играть и выигрывать. Когда два мяча забили, не было желания играть уже на сохранение счета? Да я не сказал бы, что там, ну, по крайней мере, по игрокам я не видел, что они там садились и пытались сохранить счет, который был. Да, где-то минут за 15, наверное, за 20 немножко прижимались к воротам своим, но все равно в обороне сыграли очень надежно, очень хорошо. У Локомотива сегодня, как мне показалось, мало что удавалось, а вам как кажется? Потому что мы хорошо играли, опять же, я смотрю на свою команду. Ребята молодцы, в обороне практически я был без работы. Ребята молодцы, обороны и вся команда. Все молодцы. Артем, а насчет Эмери, когда он подтвердил, что подписан контракт на 2 года, в общем, как эту новость воспринять? Честно, тяжело об этом говорить, как бы, не знаю, ничего не буду говорить. Посмотрим, сейчас отпуск впереди, поэтому, когда это будет точно уже, тогда и будем говорить. Сейчас наш тренер Карпин. А какие эмоции сейчас испытываешь? Наверное, до конца еще не понимаю. Начинать сезон в первой лиге. Оказаться серебряным призером, что может быть лучше. И поэтому спасибо только Карпину за доверие и всем ребятам, всей нашей вратарской бригаде, Клеменову, Диканю, Заболотному.